Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом Хаверим, доброе утро. Прошла недавно неделя пресноков, и хотелось бы сказать пару слов, пару соображений по поводу того, что такое пресноки или маца на иврите. Мы знаем, что в современной традиции маца — это обязательно бездрожжевой хлеб, то есть замешивают муку на воде, дрожжей не добавляют, ничего не добавляют, быстренько в печь. Она там запекается, и вот вам, пожалуйста, маца. И, собственно, один из аспектов празднования Песоха – это извлечение из своего дома и удаление от себя хамеца, то есть закваски, дрожжей. Дрожжи, закваска символизируют грех. Поэтому еврейский народ и верующие в Иешуа Мессию, которые празднуют этот праздник, они обязаны извлекать из своего дома и устранять всякий хамец, всякую дрожжевую закваску, все, что содержит в себе дрожжи. Но давайте мы посмотрим Писание и попытаемся понять, о чем вообще говорит Писание, потому что очень часто бывает такое, и в одном из посланий Иоанна написано, что все мы много согрешаем. Бывают, к сожалению, такие ситуации, когда мы согрешаем, и приходит мысль, а вот действительно ли я праведен, а вот действительно ли я рожден свыше, потому что Писание говорит, рожденный свыше грешить не может. И давайте мы попробуем с этим разобраться. Если мы посмотрим, в каких условиях, каким образом происходил исход и что это за была маца, самая первая маца, то мы можем увидеть, что Писание говорит, что поскольку выходили поспешно и взяли с собой квашни, то есть специальные емкости, в которых заквашивалось тесто, и тесто не успело вскиснуть. То есть мы можем увидеть, что это было обычное тесто с обычными дрожжами. Но почему это тесто вдруг стало мацой? А дело в том, что это тесто, еще не успев скиснуть, будучи еще по сути своей не взбродившим. А что значит взбродившим? Это, оно не поднялось. То есть, другими словами, закваска, которая была в этом тесте, она не успела активизироваться, она не успела произвести свое действие. А что происходит в результате брожения? В результате брожения, по большому счету, первозданный продукт изменяет свою природу. Точно так же, как грех меняет первозданную праведную природу человека. Писание говорит, Бог создал человека праведным, человек предался собственным помыслам. То есть наши помыслы, которые не соответствуют воле Всевышнего, они являются той самой закваской, которая производит в нас брожение и переводит нас из статуса праведных в статус грешников. Грех таким образом работает. Сначала появляется мысль, которая переходит в желание, которая переходит в действие, и через все это приходит смерть, то есть отделение от Бога. Так что же произошло с той мацой? А в той маце эта закваска не сработала, потому что не успела, потому что попала в огонь. И в Новом Завете, в послании Якова, мы можем прочитать такие интересные слова, что испытание огненного не отстраняйтесь, не отказывайтесь от него. То есть то, что Писание называет неким огнем очистительным, это события в нашей жизни, которые производят испытание нашей веры. И что можно по этому поводу сказать? Мы, будучи рожденными свыше, продолжаем жить в телах, в которых, к сожалению, смерть и грех еще имеют место быть. Но значит ли это, что мы обречены на гибель? Если Писание говорит, что мы рождены свыше, и рожденный свыше грешить не может, то, будучи сущностями духовными, как говорит Писание, живущий по духу не будет исполнять вожделений плоти. То есть мы должны бодрствовать, мы должны следить за тем, что входит в наши уши, что входит в наши глаза,
для того, чтобы не допускать. Но даже если у нас появилась мысль, мы имеем право и имеем возможность, имеем власть и силу Духа Святого, чтобы отвергнуть эту нечестивую мысль. И когда мы это делаем, мы не даем возможности этой закваске произвести в нас свое действие. Другими словами, когда мы осознаем, что в нас начинается процесс брожения, мы должны бежать к Богу, а Бог есть огонь поедающий, мы должны бежать к Нему, бежать в Него, погружаться в Него, в молитве, в изучении Слова Божьего, в просьбе поддержки у братьев в таких вопросах, для того, чтобы Бог пришел и своим огнем эту закваску нейтрализовал, для того, чтобы мы продолжали быть пресноками. Писание говорит, что мы, будучи первенцами, мы должны быть опресноками для этого мира, мы должны быть опресноками для своих окружающих друзей, родственников. И это действительно очень важно и очень ценно, то, что дает Бог нам возможность оставаться бесквасными, при том, что мы живем в телах, в которых смерть и грех еще продолжают, имеют место быть. Слава Богу за Его обещание, которое говорит, что когда Ишуа вернется, умершие во Христе воскреснут, а те, кто дождутся Его, в мгновение ока изменятся. Тогда мы получим новые тела, в которых уже не будет смерти и не будет греха, и мы будем избавлены от искушений и от всего того, что нас подбивает на то, чтобы отвратить свой взгляд от Бога. Но до тех пор мы должны следить, это наша ответственность, следить за тем, чтобы мы продолжали оставаться бесквасными. И я ободряю вас всех, кто слушает, кто смотрит. На самом деле мы в Ишуа имеем возможность быть освобожденными от влияния этой закваски. Но даже если что-то произошло, Писание говорит, что даже если мы согрешили, то, исповедав грех свой пред Ним, Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякого греха, то есть от всякой закваски. То есть, другими словами, не опускайте руки, если вы обнаружили себя в состоянии квасного теста. Бегите к Богу, бегите к Ишуа, Он способен очистить, способен восстановить, способен вернуть радость, которая утрачивается в результате греха. Я хочу сейчас помолиться за то, чтобы Господь действительно давал нам и обновлял нас в этом состоянии. Дорогой Господь, Бог наш и Царь наш, мы благословляем Твое святое имя, мы благодарим Тебя за привилегию быть духовными, жить по духу и не исполнять вожделений плоти, но даже если что-то в нашей жизни происходит, и если даже мы потеряли чувство контроля над собой, над своим телом, Ты, Господь, можешь помочь нам в этом, Ты можешь вернуть нам эту власть, Ты можешь очистить нас от всякого греха, от всяких помыслов, Боже. Я прошу Тебя огнем Духа Своего Святого, очищай нас и дай нам не бояться тех огненных испытаний, которые приводят к нашему очищению, которые приводят к тому, чтобы мы восстанавливали состояние бесквасности, состояние опресноков и мацы для того, чтобы радовать Тебя своей жизнью, Господь, все больше и больше. Спасибо Тебе, Боже, за это. Во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.